Всем привет! Наша следующая цель – это написать скрипт, который будет создавать тестовую базу. CreateDB уже есть для него файл. Он должен, во-первых, убивать существующую базу, во-вторых, делать трех юзеров, сохранять их, ну и, наконец, когда они будут готовы, то закрывать соединение. Такой скрипт обычно используется для тестов. Итак, приступим. К сожалению, в Mongoose нет команды для того, чтобы убить базу данных. Однако, я могу получить объект базы данных, который сгенерирован MongoDB Native драйвером, который использует Mongoose внутри. Делается так. db равно Mongoose connection db. Теперь я уже работаю на уровне MongoDB Native драйвера. И у объекта db есть метод dropDatabase, который принимает callback. И дальше, если будет ошибка, то я сделаю вот так вот, а иначе выведу ok. Ну что ж, запускаем. Я запускаю, но почему-то ничего не выводится. Ни окей, ни ошибки. В чем же дело? Первая идея, которая может прийти в голову, это то, что функция почему-то ждет, например, пока база освободится. То есть кто-то подключен к базе, поэтому она не может ее убить, и вот ждет, 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 пока он отключится. Но в данном случае, я уверяю, это не так. Есть ли еще какие-то идеи, почему функция зависла? Подсказка была в прошлом выпуске, Мангуз буферизует запросы, которые идут к базе. То есть мы вызываем mangus.connect, да? Вот. Но мы не ждем, пока мангуз присоединится, мы сразу что-то делаем. При этом, если мы работаем на уровне мангуза, то наши запросы все-таки попадут в базу, когда будет соединение установлено. А здесь мы получили объект DB и работаем уже на уровне MongoDB native драйвера. При этом мангуз вообще ни при чем, он ничего не буферизует. Соответственно, получается так, что эта команда отправляется, пока соединения еще нет, и уходит в никуда. Давайте проверим. Консоль лог, Mongoose, Connection. Как определить, подключены мы или нет? Для этого специальный объект Ready state Вот. Ну-ка, выведем его. Двойка. Что значит двойка? Доки. API Docs. И здесь у объекта Connection. Ищем Ready state. Вот оно. Вот. Двойка означает connecting. И вот таким образом, кстати, можно получить информацию о том, какое сейчас состояние. События соединились, отсоединились. В описании класса Connection можно найти всевозможные события. Из них нам нужно событие Open. Оно срабатывает, когда установлено соединение. И выполнены все вот эти вот callbacks специальные. Он open. Для всех моделей. Иначе говоря, если не вдаваться в детали, то это такое событие, когда мы подсоединились и можем полностью использовать все модели, которые у нас есть. В данном случае, user. Как вы думаете, возможно ли такое, что на этой строчке, вот здесь вот, readyState будет подсоединен? Ответ, конечно же, нет, невозможно, потому что мы подключили Mongoose, подключили user, все это синхронная операция JavaScript а любые подключения сетевые выполняются на событийном цикле, то есть когда текущий JavaScript выполнится полностью, только тогда Mongoose получит возможность подключиться, что-то сделать. То есть здесь мы уверены, что подключения нет. Поэтому сделаем так. Mongoose, connection, on open. И дальше функцию, которая будет работать с базой. Вот так вот. И все вот это сделаем. Вот. Ну-ка запускаем. Все сработало, но скрипт пока еще не завершился, потому что соединение держится. Давайте сделаем так. Mongoose disconnect. Ну вот. Хоть что-то у нас теперь работает нормально. Дальше давайте будем создавать юзеров. Их будет всего три. Вот такие юзеры. И теперь нам нужно сохранить их в базе данных. Самый простой вызов типа васи.save нам здесь не поможет. То есть, если мы каждого юзера вот так вот сохраним, то совершенно непонятно, когда это все закончится. Нет никаких холбеков, которые позволяют нам судить о том, была ошибка или не была. То есть, такой простой код нам, конечно же, здесь не подойдет. Нам понадобится какая-то конструкция из холбеков, которая обеспечит, что по окончании этих сейвов выполнение продолжится. То есть, здесь это будет дисконнект. А так, конечно, можно сделать что-то еще. Для того, чтобы ее реализовать, можно, конечно, обычный JavaScript использовать, а можно применить специальную библиотеку, которая называется async. Нужно будет поставить соответствующий модуль npm install async. Вообще говоря, есть достаточно много библиотек, которые позволяют удобно выполнять цепочку асинхронных вызовов. Например, есть специальный механизм промисов, в частности, хороший модуль Q. Есть такая вещь, как Fibers, но об этом мы сейчас говорить не будем мы воспользуемся библиотекой Async, хотя бы потому, что она очень близка к синтаксису устроенных модулей Node.js. Эта библиотека работает с функциями и колбэками, при этом она предоставляет необходимые методы для того, чтобы делать асинхронные всякие последовательности вызовов, серийные, параллельные, работает с массивами. В нашем случае для сохранения пользователей нам лучше всего подойдет метод AsyncParallel. Сейчас я бы вам рекомендовал поставить скринкаст на паузу, и почитать документацию к этому методу самостоятельно. Понять этот пример. А потом продолжим, посмотрим, как это будет выглядеть в нашей конкретной задаче. Итак, продолжаем. Нам нужно создать и параллельно сохранить юзеров, а потом продолжить поток выполнения. То есть в данном случае закрыть соединение. Ни в коем случае не закрыть раньше, чем все юзеры сохранятся, конечно же. Для этого async.parallel. У нас есть три функции задачи. Раз, функция, которая callback принимает, два и три. Когда все функции задачи завершатся, то вот эта функция получит их результаты, сделает консоль логах и закроет соединение. Каждая задача, выполняться они будут параллельно, это конкретный юзер. Итак, запускаю. Что тут произошло? Async запустила сначала эту функцию, потом эту, потом вот эту. Эти функции инициировали выполнение запроса к базе данных, и база данных параллельно выполняет все вот эти вот запросы Save. Соответственно, каждый раз, когда база данных заканчивает выполнение, инициируется выполнение callback. Если тут нет ошибки, а ошибки здесь нет. То результат запоминается. И массив результатов, который здесь появился, это results. Которым мы здесь и получили. Ошибка канал Results. Вот. Обращу ваше внимание на такой небольшой, но тонкий важный момент. Вот здесь для функции save я могу передать callback не свою вот эту анонимную функцию. А прям вот так сделать. При этом async запомнит результат вот этого метода save. И передаст его сюда. Это вполне нормальная практика, но почему я в данном случае передал не сразу асинковский callback, а вот такую обертку сделал. Это легко будет видно, если запустить. Вот смотрите. Тут у меня первое это callback, а дальше обертка. Соответственно, первый результат вот такой. Вот что от первой функции пришло в results, А от второй вот такой. Почему такая разница? Смотрите, тут вот массив появился, а тут только юзер. Да просто потому, что функция save, она же получает что? В callback она получает error, она получает юзера, и она получает affected. Сколько документов было изменено? Если бы функция save в callback два аргумента вызывала, то все было бы хорошо. Но так как callback вызывает и с тремя аргументами, то получается, что в Results идут эти аргументы вместе в виде массива. Вот они. А если я не хочу в Results эти оба, мне вообще нужен только Вася. Этот Вася у меня и так есть. Для того, чтобы в Results шел только один юзер, а не вот эти вот оба результата, я как раз и передаю свою обертку, которая вызывает callback так, как надо. Окей, okay. оно работает. Теперь взглянем на этот код более внимательно можно ли его считать хорошим? Конечно же нет. Этот код нельзя считать хорошим, поскольку это одна такая простыня, которая кучу всего делает. А если я хочу сделать что-то еще, мне что нужно будет вот сюда дописывать? То есть вместо закрытия соединения я хочу еще что-то вставить, еще что-то. По-нормальному мне бы нужно разбить этот код большой на понятные функции, каждый из которых что-то делает. То есть сделать функцию open, которая, собственно, открывает соединение сделать функцию drop database, которая будет убивать базу данных. Сделать функцию, какую дальше? Create users. И сделать функцию close, которая будет закрывать соединение. То есть у меня должны быть 4 нормальных асинхронных функции. Они должны быть короткие, удобные в использовании, чтобы я, если захотел, мог в любой момент добавить какие-то свои функции, свои действия и вообще расширить этот скрипт. Как известно, асинхронные функции в Node.js стандартно используют колбеки. Первая функция open. Как ее написать? Она должна принимать какие-то параметры. И последний должен быть callback. По соглашению Node.js и соглашению async тоже ему следует. Ну, параметров тут никаких не надо, поскольку в данном случае у нас и так подключен Mongoose, и открытие соединения — это просто мы ждем, пока Mongoose скажет, что оно открыто, и вызываем callback. Вот настолько просто. Дальше, drop database. Опять же, эта функция у нас ничего не получает, поскольку database у нас уже есть. Если мы выполняем drop database после open, то мы точно знаем, что база у нас тут. Соответственно, ее получаем и выполняем вот эту операцию. Callback. Дальше, create users. Если функция createUsers выполняется после Drop database, тогда у нас, собственно, все готово, база чиста, и мы можем запускать async параллель, который уже создан. Вот сюда его перемещаю. И когда этот async параллель закончится, то он теперь вызовет не закрытие соединения, а он передаст управление дальше. То есть вызовет callback, который нужно предусмотреть у этой функции. Как видим, каждая функция следует стандартному соглашению. Она что-то делает, в данном случае что-то ждет, и вызывает callback. Затем, если у callback первый аргумент какой-то есть, то это ошибка. Если нет, то выполнение считается успешным. Ну и последняя функция – это mongoose disconnect. И тут тоже можно предусмотреть callback вот так вот. Вот, четыре функции. Теперь для того, чтобы запустить их одну за другой, воспользуемся другим методом AsyncJS, который называется Series. Series получает массив функций Open, dropDatabase, Database, Create Users и Close. Вызывает их одну за другой, то есть запускает первую функцию, ждет пока вызовет callback, потом запускает вторую и так далее. Затем, когда они закончатся. Если где-то callback был вызван с ошибкой, то управление тут же впадает сюда. А если все было хорошо, тогда эта функция вызывается с первым аргументом null. И второй аргумент будут результаты. То есть все, что вернули эти функции. Ну что ж, давайте посмотрим. Что у нас получилось? ту -дум. Итак, Series получила. Первый аргумент null, то есть ошибок нет. А второй аргумент – это все, что вернули эти функции. Первая ничего не вернула, вторая вернула true, третья вернула юзеров. Вообще, как правило, когда мы используем сервис, то на самом деле результаты нам редко нужны. То есть если говорить о реальной жизни, то обычно сервис это просто используется для того, чтобы последовательно выполнить функции, а результат уж бог с ними. Просто средство более красиво писать последовательный асинхронный код. Итак, у нас получился скрипт для создания базы данных, который написан достаточно понятно, который очень легко расширять и добавлять к нему новую функциональность.